Президиум регионального политического совета Брянского отделения «Единой России» принял решение оформить итоговый список кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения в депутаты Брянского городского совета народных депутатов. Список кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Брянского городского совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам и внести эти списки в Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» для согласования. В предыдущем материале у вас имеется проект решения по данному вопросу и списки кандидатов. Списки будут вынесены для рассмотрения и утверждения конференции Брянского регионального отделения партии, которая состоится 30 июня в областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. Также напомним, ранее Президиум регионального политического совета Брянского отделения партии «Единая Россия» приняло решение включить в итоговый список кандидатов предварительного голосования в депутаты Брянского городского совета народных депутатов по единому муниципальному избирательному округу в следующем порядке: Герой России Андрей Фроленков, глава города Брянска Марина Дбар и депутат горсовета, директор лицея номер 1 Юрий Клюев. Кроме того, на заседании президиума был рассмотрен план работы фракции «Единой России» в Брянском городском совете народных депутатов 6-го созыва на второе полугодие 2024 года. Дмитрий Белов, Сергей Севастьянов, Дмитрий Матеров, Брянск.